В Ишиме прошел областной курултай. В этом году национальный казахский праздник отмечают в необычном формате. За пандемией не получилось собрать районные диаспоры в одном месте. Решили провести курултай на площадках нескольких районов, причем в разное время. Начали с Ишимской земли, где проживает более 4000 казахов. Учитывая то, что город Ишим, он приграничный город, очень много здесь проживает наших соплеменников. Ну и, соответственно, одна из лидирующих организаций местных автономий, она находится в городе Ишиме. Мы решили начать старт нашего проекта именно с города Ишима. Курултай в Ишимском районе еще и дал старт проекту «Казахи из Сибири», над которым работает телеканал «Тюменское время». В фильм войдут истории из нескольких районов, где есть свои изюминки. Здесь же показали казахское подворье, мастер-классы по приготовлению национальных блюд, свадебный обряд и игру на национальных инструментах. Авторы фильма было что показать, а людям что рассказать и насладиться праздником. Всегда с детства, ага. Принимаем участие в культурном мероприятии, и в общественном. Стараемся все-таки находить время для таких мероприятий, порадовать людей, как бы и себя показать.